Во время Великой Отечественной войны Петр Константинович Византийский был стрелком на самолете Ил-2, совершил 175 боевых вылетов. 9 мая у Дома ветерана выступил Чолковский духовой оркестр, чтобы создать праздничное настроение человеку, защищавшему родину и добывшему вместе с другими участниками боевых сражений победу. Сказать спасибо за мир на земле ветеранам в день 76-й годовщины Великой Победы приехал глава округа Андрей Булгаков. Руководитель муниципалитета выразил благодарность и признательность чолковским участникам Великой Отечественной войны. К поздравлениям присоединились и депутаты. Принимали ветераны и музыкальные подарки. Во дворах их домов в течение всего дня проходили концерты. Поддержим победу, тебе я приеду. Житель Щелково, участник Великой Отечественной войны Николай Никифорович Зайцев подпевает артистам, ансамблю «Распевы», песню, слова которой известны всем. «Катюша» – любимая многими композиция и легендарная советская боевая машина ракетной артиллерии. Именно этим оружием щелковец Николай Зайцев бил врага на поле битвы. Приходила на берег «Катюша», на высокий берег над рукой. День Победы. Праздник со слезами на глазах. Современному человеку трудно представить, через что прошли люди, познавшие все тяготы войны. В минуты затишья после боя солдату помогала песня. Она и сегодня, уже в мирное время, все так же воодушевляет и придает бодрости духа. Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.